Органами Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления присмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, ранним утром 9 июля текущего года неизвестные лица, находясь у дома по улице Шейкмана в Екатеринбурге, похитили местного жителя, насильно усадив его в автомашину УАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и Уголовного розыска полиции выясняются все без исключения обстоятельства происшествия.